На заседании комиссии ульяновские общественники подвели итоги осмотра состояния школ. Беспокойство вызывает проблемы, решения которых не предусмотрено государственными и региональными программами. Есть сегодня провал отмосток. Вода идет под здание, идет разрушение самих зданий. Второе, да, есть вопросы по на карнизах. Есть уже разрушение кирпичей, есть на парапетах разрушение кирпичей, да? Когда они упадут на голову проходящему, никто сказать это не может, да? Выявленные общественниками нарушения передали членам комиссии муниципалитетов, а также Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области. Всего в приемочной кампании 2024 года проверят 692 образовательные организации. По состоянию на 23 июля готовы к началу учебного года 275 учебных заведений. В руках у членов этих комиссий будут ваши все замечания, нарушения, и мы будем смотреть, что возможно поправить сейчас и что невозможно поправить, то, что требует финансовых вложений. Значит, данные мероприятия будут запланированы в ходе реализации государственной программы развития образования. Также общественники считают, что корень масштабных проблем – отсутствие кадров, имеющих квалификацию, достаточную для своевременного решения вопросов. В планах ведомства – специальное тестирование. На основании этого мы сможем сформировать полноценную программу и прочитать курс лекций. Единственное, что министерство полностью эту историю вытянуть не сможет. У нас нет ресурса. Напомним, что приемка учебных заведений к новому учебному году будет проходить до 16 августа. Юлия Адамова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.